Привет, дорогие зрители, а также гости моего YouTube-канала. На связи, как всегда, я, Мукстом, и сегодня Клипларенсы выложили пререгистрацию на мороженщика 5. Погнали! Давайте начнем с постеров. Играя за Джея или Майка, звучит первый постер. Мне кажется, в игре будет переключатель между двумя персонажами. И играя за Джеем, мы должны будем помочь Майку открыть дверь. После этого мы должны будем переключиться на Майка и уже от лица Майка открыть Джею дверь. Грубо говоря, помочь друг другу. А мы переходим к следующему постеру. Открой для себя самые темные области фабрики. Звучит второй постер. Мне кажется, играя за Майка или Джеем, мы будем попадать в самые темные области фабрики. И одна из них это будет комната с большой печью, у которой работает старый прототип Рода. А может быть их будет несколько. Давайте перейдем к следующему постеру. Новые сложные мини-игры. Звучит последний постер. Мне кажется, мини-игра будет называться «Сбей мини-рода и получи свой приз». Почему я так думаю? Да потому что мини-род находится возле разбитых окон. И скорее всего, разбили мы с Майком. Ну, Джей и Майк. Играя в эту мини-игру. А так, у меня больше нету никаких идей. Давайте перейдем к описанию. Майк достигает машинного отделения и присоединяется к миссии по побегу с завода. В предыдущей главе вы освободили своих друзей из клеток, не дав им оказаться в комнате для добычи. Но трубы, в которые они попали, привели их в разные части фабрики, и Род их ищет. В этой новой главе вы сможете играть за Майка, чтобы сотрудничать с Джей с другой стороны фабрики. Исследуйте новые части фабрики в этой главе. Сразитесь с мини-стержнями и мороженым и узнайте, как воссоединить двух друзей. Зарегистрируйтесь сейчас, и вы получите секретный ключ, который позволит вам разблокировать особый предмет после выхода игры. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А на связи, как всегда, был я, Мукстом. До скорых встреч, еще увидимся, а также услышимся.